Здравствуй, мой слушатель. Как дела? Думаю, все супер. Я пишу альбом под названием «Санолара». Если перевести из турецкого, это мысли. Я пишу альбом по настроению. То мне хорошо, иногда плохо. Ведь так устроена жизнь, и этим она интересна. Как бы это ни было, я люблю свое дело. Я люблю писать музыку. С музыкой ты забываешь все. Или вспоминаешь. Музыка рядом всегда. Музыка — это твой лучший друг. Музыка — это целая жизнь. Снова ночь, мысли мои снова о тебе. Научу жить без тебя, ты мне поверь. Живи, учись, радуйся, это ведь жизнь. Вы однажды найдете человека, с которым сможете быть собой. Дышай жадно, чувствуй свободно. Проявляй себя легко, непринужденно. Какими тяжелыми ни казались препятствия, не позвольте друг другу потеряться. Такие люди — огоньки вашей души. Они не собираются в вашей жизни случайно. Но иногда это бывает невзаимно. И нам кажется, что мы становимся сильнее, продолжая удерживать тяжелую ношу. Но чаще всего нужно просто позволить уйти. Лучше будет их отпустить, а ситуация позволит развернуться. Снова ночь, мысли мои снова о тебе. Научу жить без тебя, ты мне поверь. Живи, учись, радуйся, это ведь жизнь. Ты лучше, лучше всех, лучше остальных. В вашей жизни появится что-то новое и лучшее. Вам придется расстаться со всем, к чему вы приросли. И это ужасно больно. Но так будет лучше, поверьте мне. Вы все будете счастливы.